В Израиле в очередной раз ужесточили карантин. И, в принципе, особо пойти больше некуда. Нам очень повезло, город Мигдалемик очень зеленый. Тут есть два замечательных парка и куча скверов. Они хоть и маленькие, но очень приятные. Ну, есть где провести время, это единственное, что нас спасает. Начало октября, в Израиле стоит замечательная погода, плюс 35. Очень приятный ветерок. Сейчас самое лучшее время, как я считаю, октябрь, ноябрь, самое лучшее время для посещения пляжей, для путешествий по Израилю. И как раз в этот период в очередной раз был ужесточен карантин. И как результат мы проводим время у себя в городе. Но нам, я считаю, реально очень сильно повезло. Город зеленый. Есть куда сходить, в принципе. Можно погулять с детьми. Дети очень любят наши парки и с удовольствием здесь гуляют. Это очень сильно помогает. Это спасает нас от полной катастрофы сидения дома. Вот. Ну, жители города, конечно же, хорошо знакомы с нашими парками, с нашими скверами. А гостям и людям, которые думают, может быть, стоит сюда переехать. Ну, тем, кто любит небольшие, тихие, спокойные города, зеленые, да, сюда стоит переехать. Здесь очень неплохо. А людям же, привыкшим к большим городам, куче развлечений и какому-то движению, постоянному беспокойству, здесь делать особо нечего. Таким людям, конечно же, гораздо больше подойдет Хайфа. Мигдалемик город очень спокойный. И, в принципе, нам здесь очень нравится. Вот. Как-то так. Парк на улице Рабина, в принципе, он небольшой, но очень зеленый, очень красивый. Здесь реально очень хорошо использовали ландшафт при создании этого парка. И это реально одно из немногих мест, где можно спокойно провести время, немножко прийти в себя от всего этого кошмара, связанного с коронавирусом. Вот как-то так. Сегодня людей нету. Даже не знаю причины. Может быть, люди просто боятся отходить от дома. Хотя, в принципе, нету таких жестких ограничительных мер. Можно отходить километр от дома. Спокойно можно прийти погулять с детьми. Но нам повезло. Никого в парке нету. Очень тихо и спокойно. Замечательная детская площадка для детей помладше. Ну и в начале ролика была такая площадка, городок для детей постарше.
Израиль очень красивая страна, и тут замечательный климат, особенно в этом периоде года. Осень-весна просто чудесная в Израиле. Но, к сожалению, пляжный отдых и путешествия по Израилю в этом году для нас оказались недоступны. Всю весну мы просидели на карантине. Этого показалось мало, и наше многоуважаемое правительство и парламент решили еще и осенью нас подержать на карантине дома. Ну что, спасибо им большое за это. Ну, пожалуй, все. Больше мне ни сказать, ни показать вам, к сожалению, нечего. Всем пока!